Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? Давайте пробежимся по новостям. Новости есть очень интересные. Потом особую поставку 3 раза по 300 откроем. Разработчики нас радуют хорошие акции. Улучшения на 25% дешевле. Напоминаю, когда-то там в лохматом 2016-2017 году всю прокачку подняли раза в два примерно. И теперь она просто космических цен стоит. Недостижима для обыкновенных игроков. Просто тупо даже за серебро невозможно робота прокачать. Если бы, соответственно, повернуться к игрокам лицом, я бы на месте бы этих аналитиков, всяких там этих торгашей, которые себя там все там советуют Фомичу, что и как нужно сделать. Просто элементарно, чтобы люди ставили хорошие звездочки в игру. И чтобы баланс стал в игре лучше, чтобы люди наконец-то прокачали, хотя бы обыкновенных роботов прокачали. Чтобы из этого и геймплей стал еще интересней. Чтобы борьба была бы примерно на равных. Нужно было бы каждые выходные стабильно, суббота, воскресенье, все улучшения на 25% делать дешевле. Если праздники, 23 февраля, там, международные какие-то, там, Новый год, там, Рождество, там, 8 марта, здесь, в это время, в этот промежуток, да, скидка 50%. Все бы, и, соответственно, и звездочки пошли бы в Play Market, App Store, и ангары бы люди подкачали бы, и бои были бы интересней. В общем, выиграли бы все, но там сидят тупоголовые аналитики, которые советуют всякую дичь Фомичу, а он, соответственно, радуется, что игра зарабатывает кучу денег. Она могла бы зарабатывать еще больше, прикинь. Сколько ты денег теряешь. Также напоминаю, когда действует акция по серебру минус 25%, нужно качать что-то дорогое. Допустим, пассивные модули. Ну, здесь прокачано, вот, допустим, смотрим сюда. Антиконтрол. Прокачка будет, соответственно, дешевле гораздо. Так, 40 миллионов, сейчас 30 миллионов. Минус 10 миллионов. Также, когда действует эта акция, нужно прокачивать дорогие левелы. Это у нас 10, 11, 12 левел. Ну, каждому свое понятие, как кто-то уже на 9 левеле начинает вкисать, да. Но обычно 11, 12 левел по этой акции прокачивают. Также, когда действует акция, переводят простое вооружение, ну тут не знаю, нет у меня такого, 12 МК-1 в МК-2-шку, в зеленое состояние. Не 500 голды, а соответственно за 375 голды, то есть и голду экономят. В общем, новичкам объяснил, очень много новичков. Далее бежим. Эвент мы все проходим, ну кто-то не проходит, забивает. И на самом деле там реально наркоманские задания. Сразу видно, разработчики в свою игру сами не играют. Нужно за 2 дня набить 180 тысяч очков. Даже в клане я читаю переписку, люди даже, ну, топовые, донатеры просто офигевают, как это можно сделать. Ну, реально, задротить нужно, по-другому не скажешь. Это нужно с донатным ангаром задротить, чтобы это все выполнить. И за это тебе дадут пушку Dragon. Ну, смеетесь, что ли? В общем, если не будете сумасшедшими, там, не знаю, там, я не знаю, целый день сидеть в игру можно, конечно, но это, я не знаю, мне просто слово не могу подобрать. Заходите сюда, даже не сюда, просто собираете, не нужно там ничего проверять, в один слот заходите и оружие собираете, драгун, все. Драгун, ты где? Драгун. Я его не пролистал? Вот он, драгун, вот вам тяжелый драгун. Средний, легкий, ну легкий маркиз, средний гусар. Все собираете и не задротите. Да, я просто в шоке, я не могу подобрать слов. Кто-то и наркоманские веты придумывает с наркоманскими заданиями. То этих пауков убей, то... Ладно, все, проехали. Также в Robotrus была запись, что очень сильный игрок в очень низкой лиге. Ну и вот Александр или сам сделал, или нашел веселую картинку. Самый сильный среди самых слабых. А теперь давайте покрутим, повертим. Здесь содержится самое все вкусное, новое, там Диметр новый робот, Окс Минус, Дред Шелл, пилоты всякие вкусные, классные. Ну давайте крутим. Возможно, дроном мне выпадет какой-нибудь крутой. Хочу дрона крутого. Да хочу много чего крутого. Так. Если сейчас выпадет пилотка эта, я просто офигею. Фу, пронесло меня. У меня уже две пилотки есть. Так. Его часть. Ну ладно, пойдет. Наверное. Шляпа, конечно, какая-то. Так, давайте ускоряем. А, ничего интересного. Сейчас голду мне даст. Нет, Диметру дали. Thank you very much. А целиком нельзя? Ну и тут ничего интересного. В общем, 3 раза мимо. А теперь полетели воевать. Так, бой начинается. Дыню свою взял. Полетели воевать. Ну... Ничего не поменялось, если я буду проигрывать, то я буду, соответственно, против всех уходить. Вчера я поиграл также,
ну, сносно было, сносно. Подбор был, в принципе, лучше, чем всегда. Возможно, что-то там опять разработчики меняют. Они могут менять негласно, как разработчики заявляют. Если изменения незначительные, они могут об этом не уведомлять. Но что для них незначительное, для нас, возможно, это просто сверхизменения. Все это, так скажем, субъективно. Бам-бам-бам, я неожиданно появился сзади. Даже не сбоку, скорее всего, а даже сзади, получается. И бомбочка офигела. Ну, она как-то не растерялась, меня колбасит. Так, разнесли, отлично. Ластенд еще пока есть. Сейчас забираем маячок, гонка за маяками, в гонке за маяками. Ну, надо жертвовать роботами за маяк. Голову отдавать за маяк. Так, тайфунидзе, бам-бам-бам-бам. Тайфун меня проклял. Но с проклятыми пушками по-прежнему можно неплохо накидывать. Поэтому, если вас тайфун застанил, там, обездвижил, дот-эффектом, куча там в него эффектов. All in one. Не расстраивайтесь, продолжайте долбить. Если я правильно помню, тайфун только на 50% снижает исходящий урон у робота. Так что можно неплохо-неплохо накидывать. Пушки на нашей игре стреляют очень-очень сильно. Ну, конечно, если у вас там не какие-то пунишеры. Без умений пилота кучности. А так, если поставили еще кучность, то можно даже на пунишерах неплохо накидывать. Вот он, тайфун. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, тайфун может меня проклясть. Способ его работает далеко. Ну давай, тайфун. Боишься? Он на динамиках. Играть на динамиках — это прерогатива донатеров, блин. Тем более на тайфуне, который как бы не предназначен для ближнего боя. Поэтому мы имеем дело каким-то азиатским гликманом, наверное. Так. Где там негодяи? Сразу будем работать везде, на всех флангах. И там, и тут. Там никто не высовывается. Та тот убежал. Не можем поймать его. Я что-то особо по этим иероглифам не разбираюсь, но там, по-моему, мы имеем дело с каким-то кланом, нет? Бои такие интересненькие. Ну и представляете бы, если бы какой-то из пиксоников меня услышал, там, допустим, из аналитиков этих, ну, я не люблю там называть бухгалтера, скажем, да, который игрой занимается, экономистов. Подумал, о, давайте сделаем, как сказал Киберсони, давайте каждые выходные сделаем акцию минус 25% по серебру, а каждые праздники минус 50%. И потом, соответственно, более-менее бы обыкновенные игроки, не донатеры, новички взяли бы, которых очень много новичков в игре, взяли бы и свои ангары более-менее до нормального состояния прокачали. Ну, даже бои были бы интересны. Были бы интересные бои, было бы больше стимула в игру платить. Я не знаю. И, соответственно, этот Фомич бы еще большими суммами наслаждался бы. Там как Бахому, как нам вот, допустим, всем, кто работает на раз в месяц на карточку, на счет такой смс, как дынь-дынь. А Фомичу так дынь-дынь, 10 лямов долларов на счет. Хренак такой, о, классно. Я только за, чтобы игра развивалась, потому что игры лучше нету. Не, я вообще за здоровье, за то, чтобы была бы еще очень мощная альтернатива, крутая. И, соответственно, там уже, я уже, помните, как-то высказывался, что игру Warrobot губит монополизм. Она является захватила все рынки. Да что такое-то, ай? Отстань от меня, динамик, блин. Молодежь веселится на динамиках, а? Купил эти колонки, ходят, музыку слушают. Все отлично. Так, что-то музыка у меня пропала. Какая-то тихая. Нет, нет у меня этого. Балансировка, как она называется, не помню. Так, минус хренинес. Давайте долбим его. Видите, я сам себя убиваю. Сейчас сам себя убью. Маден Израиль уничтожен. Да, весело. Сам себя уничтожил, чтобы взять такого же минус и начинать бесчинствовать. Что, серьезно? Но, по-моему, далеко уходить нельзя. Тут мне явно не рады. Сверху накидываем, накидываем, накидываем. Ну и валим. Смогу ли я убежать? Не, нифига не колбасит меня! Ну понятно. Я не подумал, куда бы мне убежать. Этого расколбашиваем. Взлетаем, работают чипы. И этого малыша обижаем. Жалко, что, конечно, так неаккуратно сыграл на минусе. Ну, я понял, что надо убегать, только не понял, куда именно мне спрятаться, потому что там было укрытие, а за укрытием стоял Артур бы. Ему там пару шагов, соответственно, чтобы меня продолбить, и тем более сквозь укрытие он меня мог бы волной долбить. В общем, вообще зря я пошел. Очень много титанов. Карта, так скажем, маленькая, узкая, узконаправленная.
На минусе хорошо было бы держать оборону. Вот здесь бы стоял за укрытием, выскочил, пострелял и убежал. Но на этой карте, когда много титанов, что-то атаковать особо у меня не получилось. Так, медузу, естественно, колбасим. Наш кок не понимает, что медуза в приоритете. У медузы очень сильно повышает боеспособность армии. Сейчас можно особо не думать, если вы донатер, там собираете медузу на дробовиках и своим друзьям говорите донатерам. Все играем на медузах. Ну, соответственно, вы должны понимать, что, возможно, пиксоники понерфят ваших любимых медуз, которые сейчас дико им будут. Так что вы должны быть готовы к этому. Мы что-то постепенно свои позиции сдаем, отдаем. Все у нас печально. Ну, потому что врагов много медуз. Сейчас за какую команду больше медуз, та команда и выигрывает. Вот такой парадокс. Берем еще одного кока. Бомба. Поначалу было как все хорошо, да? Я еще своего титана слил. Вот сейчас бы титан бы очень нам пригодился держать оборону. Сейчас у нас заберут респовый маячок. Наши долбоежки даже не поймут, что произошло. А что это такое, скажут? Мы играем в гонку за маяками. Так, стараемся медузу убить, а медузы что-то и нету. Ну и растягиваем фланги. Летим, 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 летим. Тут где-то укрытие. Не долетели, недолет. Ну, продолжаем движение. Меня сразу пресекают. Не дают мне маячок захватить. Ровану от финале немножко. И сейчас мы пойдем в режим против всех. Надеюсь, понимаете, в чем причина, да? В хроническом неадекватности нашей команды. Жесткий, жесткий невывоз. Давайте сейчас телепортнемся. Фенрира немножко помочь им. Он снял еще защиту. Молодец. Я использую еще ремонт. Заранее нажал, чтобы... Не чтобы защититься от динамиков. Опа-на, я забыл вернуться. Я нажал вернуться, но, по-моему, я немножко опоздал, да? У меня последний робот, его нужно было как бы беречь. Я нажал вернуться, но... Передержал. Так. Он опять снял защиту. Возвращаемся. Угу. Кто-то меня толкнул. Там, по-моему, минус вражеский прибежал, да? Или бомбочка меня толкнула. ХПшки очень мало. Нужно играть очень аккуратно. На пределе расстояния работы. Мне нельзя умирать. Последний робот. А меня хотят убить. Нажимаем телепорт. Нажимаем ремонт. Да, телепортнуться получилось. Все. Итоги смотреть не будем. Все понятно, что подбор опять хромает. Полетели против всех. А против всех начинается. Я без страха и сожаления выхожу сразу на лече. Карта большая, потому что. По поводу машины. На работе я сказал, что хочу. Думаю купить Ладу. Меня там просто чуть не убили на месте. А смеяли, высмеяли. Издевались со мной как только могли. Включаем чипы. На тебе Ластенд, на тебе. Все, отлично, включили ластендик. Там кто-то всасывает. Фенрир, что ли? Нет, да, Фенрир. Если был бы Церберус, его можно было легко мочкануть. Так, кто вы убили? Скажи спасибо, Enemy 3. Я ластенд включил. Так, понятно. Опа-на! Опа! По мне, постреляйте, урон передам. Да ё-моё, блин. Короче, двоих врагов довел до состояния нестояния, блин. И в итоге все печально это закончилось для меня. Так. Третьего врага довел до состояния нестояния. Сейчас его кто-то по-любому заберет, да? По-любому. Активируем чипы. Урон возрастает многократно. Одного забрал. Так, по поводу машины. Сказали мне ни в коем случае не бери. Но ничего конкретного в итоге, что кто-то реально эксплуатировал Lada X-Ray Cross. И что она именно... И реальные факты, что она чем-то плоха. Нет. Просто говорят, это Лада, значит это говно. Просто как бы сразу наделяют качествами. По определению. Типа у Лады ничего хорошего быть не может. Вот и все. Вот и вся аргументация была. Но я не спорю, что раньше состояние техники было просто печальное. Но. Всасываемся. Ничего не получилось. Ну вам хана сейчас. Вы разозлили меня. Берем кока. И, соответственно, сейчас уровень машины Лады кардинально другой. Лазя по интернету, читаю отзывы уже реальных владельцев, а не так, типа, Лада, значит, говно. Реальные владельцы говорят, ну, машина стоит своих денег,
Какой ты злой малыш. Малыш, малыш, малыш. Я играю сейчас просто агрессивно, необдуманно. Ну, зато весело. Малыш, 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 на тебе ластенд. Какой ты злой. И сейчас этого малыша по-любому мне заберу, да? Своровали еще одного малыша у меня. У меня четвертое место. Ну, я особо не переживаю. Я просто с вами болтаю на отвлеченную тематику. Никого еще не убил. Одного убил с перепугу. Также мне советуют, так я живу на Дальнем Востоке, купи Тойоту, там даже не думаю, пусть бэушную будет у тебя. Посоветовали Тойоту Приус Альфа, как так она называется. Типа будешь и бензин экономить. Кто-то там советует Виша и так далее. Ну, в общем, у кого какие машины были, у кого был хороший положительный опыт, соответственно, он, соответственно, эту машину и рекомендует. Ну, все однозначно говорят, бери однозначно японца. Так и живешь на Дальнем Востоке. Ну и, соответственно, что я решил. Также я почитал ваши комментарии, послушал, пообщался. Лада X-Ray еще говорят, она маленькая все-таки. Небольшие размеры имеет. Посоветовали мне все-таки Ладу X, Ладу Весту Кросс. Как так она называется. Взлетаем. Разрешение на взлет. Все, работает передача урона. Пока я взлетал, меня убили. Ни одного робота я по факту, как видите, не убил. Ну, одного убил, а так я просто бегаю, болтаю. Все киллы у меня воруют. Давайте к этому телепортируемся. Можно я этого заберу? Превозмогая сопротивление урона. Бам-бам-бам-бам. О, забрал. Малыш, 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 не нервничай. Сейчас все будет путем. Сейчас справедливость восторжествует. У него, видите, как сработали чипы, и он мне пушки просто обгадил. Ох, какой ты злой. Под щит ему залазим. Ура, второе место, офигеть. Так, давайте сейчас мы робота нашего убьем об шестое место. В режиме против всех нужно умирать об игрока того, у которого нет никакого места. Ни об второе место, ни об третье, ни об первое, естественно. Чтобы, соответственно, те игроки не подымались. Ну, единственная проблема сейчас в режиме против всех, что, видите, дроны кончаются. Если ты несколько раз умер, то потом тебе тупо могут. Ну, 5 раз умер, 5 дронов израсходовал. То есть нужно иметь запас по дронам, там, ну, открывать слоты, дроны, там, чипы. Ну, это все очень дорого. Ну, и, соответственно, что я решил. Я решил, если будет какая-то скидка, там, молодая семья, дальневосточный какая-то, возможно, скидка. Взлетаем, что-то нифига не могу его убить. Он крутой, блин. Соответственно, я куплю все-таки Ладу именно Веста Кросс, которая универсал, но она какая-то универсал, не просто универсал, а какой-то универсал хэтчбэк такая. Не просто такая плоская приземленная машина, а такая несколько большеватая, приподнятая. Смотрится она бодро. Мне она лично понравилась. Так, естественно, я хотел бы какой-то джипик себе купить, но это все... Или кроссовер там, Lexus, в идеале Lexus RX, NX, RAV4... Тойота там, ну и так далее, там, Nissan Murano, если правильно называется, Murano, Murano вроде бы. Но это все очень дорого, даже бушное. Ну, соответственно, я задумываюсь об Ладе Веста Кросс. Если будет скидка, скидка 1200, допустим. Если, соответственно, скидки не будет, возможно, я буду, ну, 1 100 000, потому что, нифига ты лагаешь, братюни, не лагай. 1 100 000 стоит машина новая. Если... Да нет там чипов, блин. Если скидки не будет, скорее всего, я остановлюсь на бушной машине, ну, такой более-менее популярной. Потому что потом, впоследствии, в любом случае, я машину уже буду менять. Не же, всегда же не веки вечные ездят на Ладе. А потом, соответственно, имидж такой, что пусть даже сейчас Лады эти стали хорошие, но один хрен, как бы, ну вот, с людьми поговорил, все просто в априори, если Лада, то это говно. Потом я машину хрен, когда продам. Я бы также, отойдем от тематики, я бы также рекомендовал бы, если, допустим, кто-то меня из Тольятти смотрит, кто Ладами занимается, продает и имеет влияние, и сделать какую-то люксовый бренд. Ну, допустим, у Toyota есть люксовый бренд, это Lexus, у Nissan Infiniti, ну и так далее. Да тебе хана, наверное, только опять своруют.
килл, скорее всего, да? А ты лагаешь, братюня? Запилил его. Ну, а у Лады придумают какой-то там свой бренд люксовый. Да нет у меня дронов, задолбал, блин, а. Чё придумал этот Ксира, блин? Нельзя сейчас дронов брать. Роботов можно брать, но сделайте также жетончики. Хочешь взять дрона, также плати жетончики. Логично, логика, Ксира, блин. Наберите себе в команду математиков каких-нибудь, там, людей с техническим, математическим складом ума, блин. Ну что за бред? Блин. Халява. О, отлично. И сейчас еще одного заберем, чпокнем. То есть рекомендовал бы, конечно, бы взять и сделать какой-то люксовый бренд. Соответственно, потом бы, соответственно, возможно, глядишь, и эти лады всякие, X-Ray, лады Весты новые, да, в новом кузове, там все новое, стало бы хорошо продаваться. А сейчас, если куплю, даже потом я хрен продам. Поэтому вот я хочу купить, если и буду покупать ладу, то по очень хорошей скидке, чтобы 1200, только лишь и полляма. Чтобы какая-то была акция, скидка, молодая семья, дальневосточная, или просто не можем продать, вот вам скидку, держите. Почему бы и нет. Личонок, ты покрутишь, я сверху. Сейчас я тарабаню. Только ты от меня сильно не убегай. Далеко не убегай. Спасибо, что далеко не убежал. О, еще один. Это мой. Это все мое. Это все мое родное. Классно, я пинаю. Бам-бам. А, блин, далековато. Да тихо-тихо. Я понял, ты там очень злой сзади. Серьезный парень, да-да-да. Так, ну и заканчиваю мысли, потому что, видите, бой какой-то такой напряженный получается. Весь бой я всасывал, киллы у меня тыбзили. Ну и я потому что играю так на расслабоне. Я на донатном аккаунте, коим является израильский аккаунт. Можно играть на расслабоне, это мне нравится. И играешь, болтаешь, вот и бионги, годлайки берешь в прямом эфире, так сказать, да. Не нужно как Гликман там записывать, потом брать, там, монтировать, там. Играешь спокойненько, отдыхаешь, кайфуешь. И бионги эти берешь. И, соответственно, если не будет акций всяких там разных, я буду рассматривать вариант как бэушную, популярную, хорошую модель. Но не сильно старую. Мне тоже сильно старые модели смущают. Если, допустим, выжил засранец. А сейчас прыжка его. Ах, уровень не тот. Не достаю. О-о-о-о-о! Взрывом достал. Вот это прикол. Ой, классно. И бой заканчивается 24 секунды. Что-нибудь старое куплю, но не сильно 2017 года, допустим. И еще мне очень хочется брать ВД-шную, 4 ВД, чтобы машина была. Я вот, даже неважно, где ты живешь, вы сами видите, что творится в мире. Потепление, не потепление, по барабану. Мы видим то, что то снег выпадет, где не положено ему выпасть, то дождь зальет все, то лед и так далее. И я поэтому сторонник, нужно брать джипики, высокие машины, и брать обязательно 4 ВД. Неважно, ты в городе живешь, в деревне, там, в поселке городского типа, везде у тебя асфальт лежит. Природа сейчас просто непредсказуемая. Чтобы как-то перемещаться в условиях данных обстоятельств, нужно брать 4 ВД машину. Поэтому, возможно, а у Лады у всех, X-Ray, все эти там, да, Лада Веса, там только передний привод, блин. Поэтому вот еще мне, вот что еще смущает. Поэтому я, возможно, куплю все-таки 2017 года машину, бушную, ВД-шную. А теперь у нас гонка за маяками и эта же самая карта. Давайте пойдем, наверное, на правый фланг. Там бомбочек просто офигеть сколько. Фантомасы бегут, бегите. Вроде бы я забыл включить бусты на скорость, да? Посмотрите. Бусты работают, нет? Или мне так кажется, что медленно, хрен его знает. Так, бомбочка. Включаем чипы и ломаем бомбочки щиты. Бомбочки по-любому сейчас заберут центр. Я у нашей команды что-то сильное, адекватное, мощное не вижу. В общем, и с левой, и с правой стороны я вижу кучу бомбочек. Фантомаса забираем. Бам-бам-бам-бам-бам. У него сопротивление урона. 30... Ой, как лагает-то. Ну, это, естественно, серверные проблемы у меня лично. Может, мы видим петушка. Петушок, привет. И до свидания. Скоро бомбочка будет взрываться. Ну, давайте подбегаем и в нее всасываем. Сейчас будет передача урона работать. Ну, и сопротивление урона, и передача урона. Активируем чипы и бомбочку пинаем. До свидания, до новых встреч. Фантомас в ужасе убегает. И не может убежать, потому что я его застанил. Но у него ластенд остался.
Ну это временно, братюня, все временно. Все, нет ластенда у тебя. Он там что-то на своих атомайзерах, у него атомайзеры и криопушечки имеются. Пытался что-то накидать мне, но атомайзеры мы уже знаем. Ксира постарался, атомайзеры стреляют просто огонь. Повторюсь, если у вас есть прокачанный... Что там на левом фланге творится? Просто офигеть. Если у вас есть прокачанный атомайзер там и не прокачанный огнемет, вы там хотите поменять, не меняйте нифига. В нашей игре серебро настолько дорого, что играйте, пусть даже по нерфленном вооружении, прокачанном. Атомайзеры неплохо накидывают, неплохо. Смысла психовать и пересаживаться на другой вид вооружения не надо и нету смысла. Отдачи прям эффекта вау не будет. Вы там будете вообще воевать, а? Бам-бам-бам-бам-бам. Помогаем, помогаем, помогаем. Вот видите, получается враги там и враги там. Получается у нас по факту нету тыла, чтобы мы могли отсидеться, там перезарядиться, там набраться, ну подождать кдшки способность и так далее. Тыла нет. Активируем глазик и джунчика трах тебе дохму. По-жесткому, по-взрослому. Давай, бомбочка, бомбочка. Выходи из укрытия. Ты бомбочка? Пиравана у нас. Немножко помогаем. Здесь мы позиции сдаем. Бей, бей, ты сам себя убьешь. Ну и все как всегда, у нас один маячок. Гонки за маяками, я играть тупо не могу. Матчмейкер мне подсовывает отборных негодяев, которые вообще, ну не знают, что такое игра. Это, ну вот видите, последний маячок теряем. Это все сделал Ксира. Ксира у нас... Ну там понабрали, я не знаю, ну обижайтесь, ну идиотов понабрали в команду пиксоников, что всякие аналитики, что всякие там дизайнеры и так далее. Просто игра выживает за счет того, что она является монополистом, а так просто срут и срут на игроков. Ну по факту, ну смотрите, ну это как так можно издеваться над игроками? Ну и летим на вражеский респ, чё. Хотя куда там лететь-то надо, надо здесь уже орудовать, да? Ну, здравствуй, здравствуй, друг прекрасный. Да. Ты что там из себя возомнил? Теряем последний маячок. Все зашибитло, все как всегда. Вон, видите, джуны захватывают у нас маячок. Джуны! Джуны, мать его, нас дерут джуны. Представляете? Это о чем говорит? О том, что в нашей команде просто такие тормоза играют. И это все решил Ксира сделать. Если ты часто выигрываешь, значит в твою команду нужно запихать новичков. Новичков или стареньких тупачков. Старенький тупачок. Да. Ну вот, видите, я взял, поменял робота и захватил маячок. Один маячок захватил. Стреляем поочередно лево-право, лево-правой. Включаем волну, я волна, новая волна. Отступаем и накидываем. Одного Артура я снес. Ну, в принципе, и все на этом. Второго снес. Давай, давай, давай. Все отлично. Ксира, молодец. Аналитики ваши, молодцы-то всякие бухгалтеры. Просто идеально.